Пиар-проект «Этот день в истории Улан-Удэ» был посвящен 145-летию Верхнеудинской думы, 25-летию Улан-Удэнского городского совета депутатов и 355-летию Улан-Удэ. В нем истории о верхнеудинских гласных рассказывали сами депутаты горсовета. И они оказались очень интересными федеральным слушателям. Проект пиар-службы горсовета признали одним из лучших в России. У нас пришли результаты, мы оказались номинантами этого конкурса. Ну, сегодня этим событием мы с вами поделимся. И мы уверены, что у нас впереди не менее интересные совместно с вами разные медиапроекты. Очень помогли в реализации проекта сотрудники городской библиотеки Калашникова. А транслировали его на нашем городском телеканале «ТВКом». Записывали истории депутатов, связанные с определенной датой в истории Верхнеудинска, наши журналисты. Участие в таком проекте важно для телекомпании, хранящей традиции города. Городской совет депутатов участвовал в международном конкурсе пиар-служб и завоевал награду. Да? И на самом деле нам очень приятно, потому что мы также становимся соучастниками этого проекта. И в дальнейшем тоже хотим продолжать такие вещи, потому что они нужны городу, нужны нашей республике. В конкурсе пресс-служба Улан-Удэнского городского совета депутатов получила специальный диплом «Отличник конкурса» в номинации «Лучший пиар-проект в муниципальной сфере». Мария Латышева, Сергей Медведев. Новости дня.